Всем привет. Сегодня, значит, я вам предлагаю очень хорошую такую и стабильную сборку MX-19 с рабочим столом KDE, KDE. Значит, особенностью сборки является, скажем так, ее тройная защита. Значит, на нее, значит, установлен собственный установщик программ, который делает собственные копии системы. А также, значит, я поставил сюда еще и SystemBug. И SystemBug тоже, значит, тут работает нормально. Ну и плюс, значит, есть, значит, еще третья степень, скажем так, защиты. Это программа TimeSheet. То есть вот у вас есть две программы, которые вам будут делать образы системы. Вот 2.8 SystemBug сделал изообраз. Другой, значит, изообраз сделала программа Snapshot. Здесь образ получился чуть побольше, 5,1 гигабайта, но тем не менее, как говорится, рабочий. И, значит, плюс, значит, создает таймшит образов не создает, а создает копию рабочей системы. Ну, тоже, скажем так, для повышения надежности. Так что, в принципе, штука эта хорошая. Значит, вот так вот все это дело будет у вас, значит, выглядеть. Но если вы захотите, сделать копию моей сборочки, находясь на флешке, допустим, решили куда-нибудь ее поставить, напишем min stall. Вот она тут появляется. Ну, или можем перетащить, попробовать значок сюда, или попробуем его запустить. Сейчас я единичку тут наберу. Не может добраться до источника. Вот здесь все-таки в конце концов, после долгих мучений, оно, значит, там появилось, и дальше уже там можете все это дело делать. На кладовочке будут два образа. Вот один созданный вот этой программой MX, а другой созданный программой SystemBug. Ну, с SystemBug здесь попроще. Тут, значит, можете, значит, ее перед этим, сделав нормально разметку жесткого диска, можете затем пойти вот в System Copy и выберите, значит, например, себе там домашний раздел, выберите там себе корневой раздел, выберите себе там
swap файл. Только не забывайте нажимать на эти вот зелененькие. И все это дело спокойненько себе поставите. Значит, ну, я эту сборочку назвал бы так, броненосцем. Ввиду того, что очень она, скажем так, прочная. Хорошая, надежная, стабильная сборка. Значит, практически ну, пашет она как трактор. Значит, все необходимые программы на ней представлены. Вот смотрите. Значит, ну, интернет. Вот, пожалуйста, два браузера. Firefox и Google Chrome. Две кладовочки. Dropbox и MegaSync. Программы для общения. Skype, Telegraph, WhatsApp. Ну, собственно говоря, ну, что еще нужно? Мультимедиа. Программа, значит, для редактирования звуков. Для записи с экрана и для редактирования видеороликов. А при помощи этой программы, значит, можно просматривать видеоролики. То есть, ну, скажем так, ну, полный, нормальный, скажем так, нормальный набор. Офис здесь представлен полностью. Значит, ну, в менюшке все это дело, видите, тут, скажем так, на русском языке. Так что читать умеете, посмотрите, там, поползаете. Там IG Party, там калькулятор поставите там. Ну, что, то, что посчитаете себе нужным, то и поставите. Вот. Значит, я, ну, кеды, вообще с кедами давно знаком. Помнится еще, когда я там, во времена, когда я делал первое видео по PC Linux, у меня уже тогда, по-моему, стояли кеды PC Linux-овские. Стояли они где-то года два или три. И что бы там ни случалось, включало, они как трактор работали. Поэтому, значит, есть там у кедов там свои, конечно, там заковыки в настройках. Но в основном, значит, кеды довольно-таки стабильная система. Я не знаю, по каким причинам, значит, Mint их выкинули. Оставили сейчас только практически Cinnamon и что там у них еще, X-Face, по-моему. Вот. Но, тем не менее, кеды имеют право на жизнь. Сборка, значит, хорошая. Есть отдельный сейчас сайт, они делают тоже. Это, значит, не то, это рабочий стол, только рабочий стол. Значит, это Neon. Там, значит, практически тоже идут новые такие все эти там веяния. Ну, основная специализация у Неона, они делают кеды. Вот и все. Значит, вот я сейчас покажу, у меня вот здесь вот на кладовочке. Вот есть, так, вот сборки. Вот, Neon. Еще в 2018 году я делал сборочку. Ну, классический рабочий стол, как говорится, кеды можете скачать, там, обновиться, и все будет работать. Сюда же я закину и MX, потому что здесь больше будет, скажем так,
несколько побольше будет образов MX-19. Будет снапшот свеженький, и будет из образ сделанный программой SystemBug. Так что у вас будет возможность, как говорится, сравнить и посмотреть. Вот. Сейчас практически MX на DistroWatch, на сайте DistroWatch находится на первом месте. То есть вот не зря так ее пользователи оценили. Единственное, что, значит, мой любимый рабочий стол Cinnamon в ней не присутствует. Но, тем не менее, как говорится, сборка, значит, и сама, значит, программа MX, она имеет, скажем так, право на жизнь. Вот, допустим, есть в ней установщик пакетов, вот графические окружения. Кроме того, вы можете поставить себе рабочий стол Budgie, Gnome, KDE 5 Standard, LXDE и Mate. А если зайдете на сайт с основного сайта, там скачаете с рабочим столом X-Face. И также сможете добавлять себе рабочие столы по своему вкусу. Вот. Ну, мне практически как-то это не нужно. Меня это вполне устраивает. Вот. А так, вот можете с этой сборочкой познакомиться. Тут я все уже, как говорится, прикрутил, подточил. Иконочки работают, SystemBug работает. Все шевелится, и набор необходимых программ есть. Вот к ним, как говорится, нормальный, удобный доступ. Поэтому, значит, вот желаю вам эту сборочку, скажем так, для ознакомления. Скачайте, поработайте, напишите свои пожелания, что у вас там получилось, чего нет. Вот. Ладно, всяческих вам удач и до новых встреч.